Esatto del mio 6. Давай быстренько водички. Мама. И пойди принеси что-нибудь, вытереть яшку. Сейчас принесу. Мать, я все сделал, как ты велела. 10 лет без права переписки. Подними голову. Вот. Мама, Ивка опять дальше. Сейчас. Ноточка. Вот, все. Вовка, похожа я на маму. Да, я сама футболку, батя, а мама, это? Это, давай быстренько. Ага. Вот так. Сейчас, потерпи немножко. Ой, боже мой. Тихо. Все, чистый, яшка мой. Да ты что, это Яшка меня сиротой назвал? Пошутил он. Какой же ты сирота, когда я у тебя есть? Мы вернемся в город, правда, мам? Опять будем потихоньку слушать? Да-да, обязательно вернемся. Позови! Здравствуй. Чего надо? Мамку позови. Ее нету.
О. А где же она? Она на работу ушла с Сёмкой. Ага. И Яшки тоже нету. А вы, дяденька, кино привезли? Кино. Придешь? Угу. Приходи. Буду крутить, пока все не посмотрите. Анюта! Аню! О, привет. А где мать-то? Ты, дядя, к вашей семье не примазывайся. Да ты что? Семен! Мамка где? Расходитесь, товарищи, расходитесь! Спиридоныч! Спиридоныч! Сейчас кино начинается. Сбегай быстро за Вовкой. Поглядите вместе. Киномеханик дал? Ну да, кто же еще? Ну иди, иди. Чего смотришь? Скажи Лицке, я скоро приду. Девушка! Не ори, Сашку разбудишь. Где Волочка-то? Дурак твой, Волочка. Я его за водой послала, а он ушел куда-то. Сказала, этот приходил, конфеты принес, билеты в кино. Thank you, darling.
В чем дело? Посмотри, кто там. Выгляни! А ну-ка. Чего ты хулиганишь? А? Всем там. Ты что ли, не разберу? Фашист. Что? Что ты сказал? Семью к нам набиваешься, подонок. Ах, ты меня фронтовика фашистом называть, да? Я... Ты же... Можно? Входи, входи. Здравствуйте, Иван Спиридонович. Здравствуй, гражданка Житуха. Садись. Сколько твоему мужику дали? 10. Угу. Видишь, как 10. Пропащие вы люди, и сына своего парнишку распустили. Вам бы сидеть, да не рыпаться. Он народ-то говорит, вернулись житухи деревню баламутить. На фронтовика руку поднял. Несмышленый еще Семка, горячий. А я слыхала, люди говорят, что дочка твоя замуж скоро выходит. Правда, да? Да выходит, слава богу, ну сколько ей в девках сидеть? Иван Спиридонович, помоги мне, ради бога, с Семкой, прошу тебя. Может, я перед тобой в долгу не останусь. Ладно, ладно, в долгу она не останется. Ты с киномехаником дело миром реши, а там видно будет. Чего там у тебя, передатчик, что ли, принесла? Ну да. Голодный ведь, небось. Можно? Да можно, что с тобой сделаешь. Спасибо тебе, Иван Спиридонович. Так и будешь всю жизнь передачки таскать. То мужу, то сыну. Самой тебе кто принесет? А мне-то что? Спрашивали тут про тебя. Смотри, то следом за мужем загреметь можешь. Ну, пошли. Входи. Ну как ты, сынок, не замерз? Не, мам. А здесь, правда, не очень холодно. Я тебе поесть принесла.
Зачем ты его нажал-то, а? Затем. Пусть тебя не лезет. Ишь, ты разошелся. Я, может, все еще улажу. Все будет хорошо. Здравствуй, Анита. Здравствуй, Павел Васильевич. Вот. Уезжаю я отсюда. Уезжаешь? А как же Семен? Ты уж прости его, ради бога, Павел, а? Горячего отца жалеет. Да. Я на него зла не держу. Заявление написал, Спиридоныч отпустит его. Спасибо тебе. Пропадет, однако, парень. Не пропадет. Пока я жива, семья есть. Может, все-таки в один хомут прижемся? При живом-то муже скажешь тоже. Муж. Он, небось, сейчас на таких этапах, откуда живыми не возвращается. Мой вернется. Дети его ждут. А ты? Ты ждешь? И я жду. Куст дикой сирени рос. Он мне часто по ночам видится. И ты возле него. Отцвела уж моя сирень. Прощай. Прощай, Павел. Спасибо тебе.
Яков! Но! Яков! Да погоди ты! Где мать? Где мать, спрашиваю? В городе должно еще. Увозят ее сегодня. Иван Спиридонович. А ну садись! Садись, говорю! Но! Но пошла! Епина Елена Васильевна. Плотников Сергей Федорович. Григорьева Галина Ивановна. Безымцы Владимир Андреевич. 58-10. Каринский Владислав Сергеевич. Сакман. Никим Андрей. Яшкин. Никим Андреевич. Анна Ивановна. Житуха! Яков, погоди! Явился все-таки, бродяга? Где пропадал? Далеко, отсюда не видно. Ой, морока мне с вами. Жалко мне вас. Пожалел волк кобылу. Ну ладно.
брательников твоих и сестренку власть в детдом забрала. Вот такие дела. Но им там хорошо будет, тепло и светло. Иди домой. Не бойся. Я тебя отстоял. Работать будешь. Колхозу рабочие руки нужны. Так. На. Только живи спокойно. Не балуй, главное. Люблю, когда печка топится. Хорошо, тепло, уютно. С котником будешь работать. Я с председателем договорился. Обмозгуем твою жизнь по-хорошему. Давай. Садись. Опа. Так. Ага. Я пить не буду. Почему? Я пить не буду. Объясни. Да не хочу я! Да. Гонора у вас слишком много. Оттого и поднадзорные. Эх, грехи наши тяжкие. Садись. Ну? Давай, давай, пиши. Чего писать-то? Чего писать? Подписку о невыезде. Чтобы, значит, не бродяжил. Трудился, чтобы во имя всеобщего блага за дело Ленина, Сталина. Давай, давай!
Семка? Откуда ты? Сбежал я из детдома. Растащили же тут по разным детским домам. Сволочи. А ты тут водку трескаешь. Это синявка трескает. Иван Спиридонович. Родитель наш. Он с меня подписку взял. Какую такую подписку? На невыезде. В случае его загремлю по статье. С лица матери. Слушай, Яшка, за что они нас так все ненавидят? Подозорные мы. Не надо, ты же матери обещал. Видел я ее сегодня. Ну и как она? Лица на ней нет. Чуть не убили охранники. Еле ушел. Ты налей. Налей мне. Давай. За папу и за маму. Уходить тебе надо, иначе детдом заберут. Я уйду. Поспи немножко. Отогреюсь и уйду. Я тебе денег дам. Откуда у тебя деньги? Тебе механик дал. Я их найду. Я их всех соберу. Никто не имеет права. Это наш дом. Я их всем на зло найду. Почему смотришь? Покупай гранаты. Очень полезные вещи. Да что я, гранат не пробовал. Уливы! Уливы! Ой, мамки! Ну-ка, пойдем со мной. Мне твои персики, дед, как мертвого при парке. Я так, братика, сестренку угостить хотел, если найду.
Зачем ищешь? Куда делись? Делись. Понимаешь, я тут загулял немного. А дураки пришли, детей во приютом растащили. Позаботились. Мать у меня сейчас в отъезде, а приедет, ох, задаст она мне. Вижу, где загуляли. Почему отец не ищет детей? Отдал дуракам? Погиб наш отец. Мы теперь сами. Мои сыновья тоже умны были. Все полегли. Когда маленький, беда, один умный гибнет, а дурак остается. Когда большой беда, много умных гибнет, а много дураков всегда остаются. Мой старший сын очень был на тебя похож. Что я, чурка, что ли? Не говори так плохо, как дурак говоришь. Он тоже горячий был, как огонь, и упрямый, как три щека вместе. Не зли меня больше. Видишь, мальчишка идет с милиционером. Где дом его ведут? Может, ваш тоже там? Стой. На. Как тебя зовут? Семен я, Житуха. Семен. Моего сына звали тоже Алексей. Как похож. Тоже был как петить свободно. Не надо говорить со мной в таком тоне. Вы оскорбляете мои материнские чувства, обкрадываете. Чувства твои материнские оскорбляют. Нечего к чужим примазываться, своих надо иметь. И вообще не ходи больше сюда, слышишь, не ходи. Нету тут твоих детей. Я требую, чтобы вы поступали честно. Прошлую пятницу я принесла для Лизоньки платье, а уже в субботу оно было на вашей девочке. Если вы очень хотите иметь такое платье, вы скажите. Я сошью, но вы не обкрадываете сироту. Ну вот, теперь я еще и сироту обкрадываю. Послушай, дорогая моя, не ходи ты больше сюда. Христом Богом я тебя прошу, не ходи, иначе я милицию вызову. Вызывайте милицию, я им объясню, как вы делаете. Я принесла две лизинки платья, Дяденька, вы за кем пришли? Это что такое? А ну-ка быстро все к себе. Быстро, быстро! Слышишь?
Санька. Ты меня покидаешь? Меня мамка ждет, не дождется. А ты, Лизонька, кто мне? Лизонька, вы извините меня, пожалуйста. Я знаю, вы ее брат. Она мне много рассказывала о своих братьях. Вы не сердитесь. Я знаю, что вы Сенечка. У вас случилось какое-то несчастье? А Лизонька, она же такая чувствительная девочка, что и до беды недалеко. Лизонька, ты покидаешь меня? Приходи к нам почаще. Я тебя очень уважаю. У нее есть мать, она меня за ней послала. Вам будет очень тяжело. Сейчас везде очень голодно, а вы одни. Может, для мальчиков это не так ощутимо. А для девочки, особенно такой, как Лизонька. Ваша сестричка Сенечка для меня очень много значит. Вы не представляете, что я натерпелась от надзирательницы детского дома, чтобы ее головушку только видеть. Оставьте меня, Лизонька, хоть на время. Я тебе что говорю, выброси палку, выброси палку. Ваня, куда пошел? Я тебе говорю, вернись назад. Сейчас уже пойдем. Иди сюда. Так, сейчас его заберут. Лизка, ты маленькая, пойди забери его оттуда. Оттуда завтра ждать придется. Ладно? Угу. Возьми за руку ее. Ну возьми за руку. Так, нас никто ждать не будет. Так, подходи, подходи. Строимся, строимся парами, строимся. Берем за руку. Саша, Саша, давай, давай. Давайте, ну все, хватит, уходим. Давайте, давайте, давайте. Кирилл, заходите. Идем, идем, идем. Идем, уходим, все уже. Коля, 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 давайте. Ну, быстрее, быстрее, быстрее. Ну, а вас сколько ждать? Заходим. Давайте заходим.
Не замерз бы. Ты, Лизка, следи за ним. А я за Володькой пойду. Мне один верный парняга сказал, он где-то здесь, в этих краях. И делом Сашкой пока хватит. А главное, на людей не высовывайтесь. Ясно? А чё к маме? Да. Кончились наши запасы. На промысел со мной пойдешь. Я ворованно не ем. Будешь есть, что добуду, а не то подохнешь. Ну и подохну, а ты вор. Что я, не человек, что ли? Мне и воровать легко, лишь бы брюхо свое набить, так? А для кого я тяну? Для себя? Мне не надо, я пробовал, а вот они как. Нам мамка наказывала ворованного не брать. Так, и ты туда же. Ну что ж, оставайтесь. Живите сами, как хотите. Ты нас тоже бросишь? Я в детдом не вернусь. Может, помочь чем? Один Всевышний может ему помочь. Мальчик домой ехал. Жениться хотел. В дорогу ничего не ел. От истощения умирает. Сняли с поезда. Уже очень плохого.
все. Унесли ангели его душу. Помоги мне похоронить земляка. Сёмка, поехали домой. Я сейчас. Сурма на нашу землю класть надумал. Куда? Примет ли еще? Земля, дорогой, всех принимает. Не тревожься. Приехали. Дальше не повезу. Сымай, Басурмана. Сымай. Пошевеливайся. Побыстрее. Провоняли всю карету мою. Сымай, побыстрее. Учи, ученый я. Сейчас. Плати, как договаривались. Минуточку. На. О, это другое дело. Лопаты у тебя я видел. Продай. Похороним земляка и вернем тебе. Могилю, понимаешь, нечем нам копать. Само хозяйство пригодится. Да, я потом ищи вас. А ну, положи! Положи на место, сейчас, кому говорят! Минуточку. Не лезь, то брат хребтину переломаю. Все. Пошли. Эй, матрас свой вонючий возьмите. Оборванцы. Ну, милая, поехали. Или матрас принеси, разрежь, кафаны сделаем.
Не думайте плохо. Вам трудно понять моего земляка. Обычаи наши. Большой Калим надо платить невесту. Нет Калим, нет невесты, нет жизни. Он пищу не покупал. Дорогой был пищу. Калим невесту брёк. Очень сильный земляк мой. Только теперь ему ничего не надо. Thank you.
мама? Мам. Мамочка. Откуда ты это взял? Соседи дали поиграть. Да я знал, где пластинки. Пошли. Наша партия и народы нашей страны. Все прогрессивное человечество. Не стал... Нарисовал я. Хвост. Главный. Шесть. Мои. Мой бэби. Мой кудрявый бэйби, усни старей, а я тебе про горе пропою. И мой бэйби, мой кроткий черный бэйби, отец и мать чужих поля сжигают кровь свою.